Добро пожаловать в город Эс. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. В этом мире неизбежны только смерть и налоги, произнес однажды Бенджамин Франклин. Налогообложение старо как мир. Оно существовало уже в библейские времена и было очень хорошо организовано. Одним из самых известных налогов являлась десятина. Десятую часть урожая в качестве налога крестьянин отдавал за пользование землей. Ну вот о налогах и поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии Светлана Янова, главный налоговый инспектор отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Оксана Колакова, главный налоговый инспектор отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Наши гости готовы отвечать на ваши вопросы. 202-11-22. Звоните, пожалуйста, к нам в студию и ожидайте ответов на свои вопросы. Итак, в начале мая завершилась декларационная кампания. Не знаю, можно ли сказать, что после этого вы немножко вздохнули спокойно, или же процесс идет своим чередом. Но в целом, вот как она прошла в этом году? В общих чертах? Дружно, активно? В результате проведенной декларационной кампании более 140 тысяч представлено деклараций налоговых о доходах. Более 137 тысяч деклараций представлено на налоговые вычеты, в которых налогоплательщики заявляют свое право на вычет. Это имущественные вычеты, социальные вычеты. То есть вот таким образом можно сказать, что, во-первых, она состоялась. Во-вторых, на 5 тысяч деклараций в этом году представлено больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы говорим о том, что... Да, декларационная кампания состоялась. А что это может означать, то, что их больше? Стало больше налогоплательщиков? Или... Люди активнее стали представлять декларации о доходах, отчитываться о своих доходах, расходах и заявлять свои права на налоговые вычеты. А как вам кажется, растет налоговая грамотность у населения? Я считаю, растет, поскольку налоговые органы проводят массу мероприятий по оповещению налогоплательщиков, увеличивают грамотность налогоплательщиков в представлении декларации, проводится дни открытых дверей. Налоговые органы через средства массовой информации дают массу объявлений всевозможного рода. Поэтому налогоплательщики могут почерпнуть информацию из разных источников, включая интернет. Допустим, на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру представлена масса информации о ходе декларационной кампании, о правах налогоплательщика на налоговые вычеты, об электронных сервисах, которые существуют в помощь для налогоплательщика. Поэтому и грамотность населения растет в связи с этим. Вы сказали, что в этом году было представлено около 140 тысяч деклараций и 137 тысяч налогоплательщиков заявили налоговые вычеты. Вообще сумма такая очень впечатляющая, которая должна быть возвращена по налогам, по вычетам, 3 миллиарда аж, да, 842 миллиона. Действительно, очень большая цифра. А что же такое все-таки налоговые вычеты? Налоговый вычет — это прежде всего, если налогоплательщик производит определенные расходы, такие, например, как приобретение квартиры или социальные налоговые вычеты на лечение и обучение, это право налогоплательщика заявлять такие расходы. Расходы, что же такое налоговый вычет? Когда часть налога, которую налогоплательщик ранее оплатил в бюджет, он может вернуть в связи с тем, что заявляет тот или иной налоговый вычет. Но это говорит не о том, что налогоплательщик вправе заявить все расходы, которые он понес, допустим, на приобретение квартиры. Нет, а только о соответствующем сумме налога, который был ранее уплачен в бюджет. Если налогоплательщик, ну, для примера, купил квартиру стоимостью 2 миллиона рублей, то налогоплательщик может вернуть 13% от уплаченных своих налогов. Это составляет 260 тысяч. Довольно-таки большая сумма для большинства людей. Поэтому такие вычеты, ну, как бы, позволяют людям приобретать квартиры, чтобы потом воспользоваться данным вычетом. Поэтому довольно-таки... Вообще очень привлекательно. Очень привлекательно, на самом деле. Потому что потом можно потихоньку ремонт сделать, получить. Совершенно верно. Потратить на какие-то свои нужды.
А какие из налоговых вычетов чаще всего пользуются спросом? Что наиболее распространенные имущественные вычеты, как при покупке, так и продаже квартиры, и социальные вычеты на лечение и обучение, которые включают в себя разные виды. То есть, если мы говорим об обучении, это может быть свое обучение, обучение ребенка в возрасте до 24 лет, обучение, когда налогоплательщик обучает брата или сестру, или вычеты на лечение, когда налогоплательщик производит расходы по оплате за лечение ребенка в возрасте до 18 лет, своих родителей, своего супруга или супруги, ну и свое собственное лечение. Сейчас в наше время, я считаю, это очень актуальные вычеты. На лечение, думаешь, сейчас с вами все согласятся, конечно же. Но это, наверное, ведь очень сложно подтвердить вот эти расходы и заявить налоговый вычет. Насколько сложный этот процесс? Сейчас я считаю, что уже вот в наше время это сделать абсолютно несложно. Представив пакет документов, вы можете эту декларацию представить лично, то есть заполнить налоговую декларацию о доходах и представить документы, подтверждающие произведенные расходы. Налоговую декларацию вы можете представить лично в налоговую инспекцию по месту жительства, направить ее по почте. Сейчас у нас еще работает такой сервис, называется личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, где вы можете заполнить декларацию, подписать ее неквалифицированной электронной подписью, которую вы можете сформировать там же в личном кабинете, и не посещая налоговую инспекцию, направить декларацию по электронной почте, получается. Это означает, что в течение года, когда человек пользуется услугами каких-то медицинских, скажем, клиник, нужно относиться достаточно серьезно к документам, которые там выдаются? Конечно, да? Конечно, поскольку вычет предоставляется тем людям, у кого есть право на такой вычет, а это прежде всего тем, кто понес расходы определенные на лечение. В частности, необходимо один из важных документов, который налогоплательщик должен представить, налоговый орган, являются платежные документы. А когда налогоплательщик, например, ему оказаны стоматологические услуги, он не раз обращается в течение года за данными услугами, я думаю, нужно очень серьезно относиться к своим документам, и чтобы потом их представить налоговый орган для того, чтобы ему вернули деньги. Тем более сумма за год набегает, как правило, приличная. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу уточнить, какой момент. Я продал квартиру, и чтобы заплатить полагающийся налог. Ну, мне сказали, что налог я могу заплатить только прибыль, чем порядке. Апрельский день прибыль будет. Я уезжаю из России навсегда. Больше никогда не буду. Я хочу заплатить налог. Как мне быть? Простите, пожалуйста, вы можете убавить звук своего телевизора? Мы не очень хорошо здесь... Да. Вопрос повторить нужно, наверное, немножко, да? Будьте добры, вы можете коротко повторить вопрос, потому что очень было невнятно слышно. Вопрос, я продал квартиру, да. И хочу заплатить полагающийся налог нашему государству. Но мне сказали в налоговой инспекции, что заплатить этот налог я могу только на следующий период, с января до апреля месяца. Но я съезжаю из России навсегда. Я не хочу, чтобы на мне висел этот налог. Видите, как я добросовестно. Да, мы поняли, да, вопрос? Угу. Спасибо, да, мы поняли вопрос. Ну, насколько я поняла из вопроса, квартира продана в этом году, поэтому налогоплательщик уже хочет сейчас оплатить налог. Его как бы можно понять, многие так и делают, что не дожидаясь окончания года, этот налог оплатить можно. Но если у налогоплательщика квартира находится в собственности менее 3 лет, обязанность по представлению декларации все равно у него остается. Поэтому в следующем году он срок до 30 апреля должен подать налоговую декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства. Срок уплаты налога для него, получается, составляет 15 июля 2017 года, поскольку декларировать свой доход будет в следующем году, и срок уплаты, соответственно, тоже в следующем году. Но сейчас тоже можно произвести оплату налога по реквизитам инспекции. Если налогоплательщик грамотно может рассчитать свой налог, подлежащий к уплате, он может это сделать сейчас. Для этого можно ему реквизиты взять в инспекции. Или в интернете на сайте Федеральной налоговой службы можно найти реквизиты своей инспекции. Платить налог.
Ну, видимо, уже человек обращался, я так понимаю, что инспектор сказал ему, что нет, нельзя. Поскольку я просто думаю о том, что налогоплательщику сложно посчитать сумму налога, которая будет подлежать у него к уплате, поскольку при заполнении декларации налогоплательщик это может сделать, возможно, только сложность в этом возникла, в сумме налога, чтобы правильно не ошибиться, чтобы правильно исчислить и уплатить налог. Ну, в крайнем случае это можно будет сделать, даже уехав за границу и через интернет, правильно, и в следующем году. Оплатить налог можно, да, в следующем году. Да, у нас еще один звонок, слушаем. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, приобрел квартиру по договору долевого участия за 2,5 миллиона рублей. Заработная плата у меня составляет 30 тысяч рублей. Вот скажите, пожалуйста, вот этот налоговый вычет, который вы сейчас сказали, вот в сумме 260 тысяч рублей, я буду получать в течение всего периода, пока у сколько меня лет будет, до этого будет сниматься подоходный налог, или вот сразу я подам документы и мне сделают компенсацию? Это первый вопрос. И вторая часть как бы этого вопроса. С какого момента, с момента заключения договора долевого участия, я уже могу обратиться за налоговым вычетом, или только после того, когда я получу свидетельство о праве собственности на квартиру? Спасибо. Спасибо. Первый вопрос. То есть, получая зарплату, как озвучил сейчас налогоплательщик, у него удерживают определенную сумму налогов в течение года. Соответственно, большую сумму, чем удержали налогоплательщика за год, ему вернуть как бы не смогут. То есть 260 тысяч он не получит сразу? Сразу не получит, да. То есть эти 260 тысяч он будет получать на протяжении какого-то периода времени, представляя налоговую инспекцию, декларацию о доходах. И ему будут каждый год возвращать тот налог, который у него удержан за налоговый период. Что касается второго вопроса, поскольку налогоплательщик заключил договор для участия в строительстве, есть такой нюанс по данному направлению, что вычет предоставляется с того периода, в котором налогоплательщик получает либо акт приема-передачи квартиры, когда застройщик ему передал эту квартиру в собственность, либо на основании свидетельства о регистрации права собственности. Думаю, если сейчас, в этом году, заключил налогоплательщик договор, и если он в этом году получит акт приема-передачи в 2016 году, в следующем году он может подать декларацию за 2016 год. Ну, а если будет выдан акт приема-передачи в 2017 году, соответственно, налоговый период для него начнется год, с которого он может воспользоваться данным вычетом, 2017 год. То есть по окончании 2017 года он сможет возвращать уже налог на доходы. Спасибо. Я напоминаю нашим зрителям телефон в студии 202-11-22. Мы сегодня говорим о налогах, мы говорим о налоговых вычетах. И у нас есть уже звонок. Слушаем. Здравствуйте. 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 У меня вот тут какой вопрос. Я на инвалидности, но на данный момент работаю. Занимался протезированием и лечением. Могу я вернуть вот этот налог под это? Спасибо за вопрос. Если вы работаете, соответственно, у вас удерживают налоги по ставке 13%, тогда вам будут предоставляться вычеты. Такие вычеты, как лечение, обучение, имущественный вычет при приобретении имущества. Поэтому, если в этом году, в 2016 году, налогоплательщик работал и производил расходы на лечение, ему может быть предоставлен такой вычет по окончании налогового периода. Еще такой есть момент, что с 2016 года данный вычет на лечение и обучение можно пользоваться вычетом у работодателя, то есть в своей организации. А для этого вы в свою бухгалтерию должны принести уведомление от налогового органа, которое подтверждает ваше право на налоговый вычет. И налоговый агент, то есть ваша организация, не будет удерживать с вас налог. Ну, это возврат в виде того, что налог просто не удерживается. Такой вот вид. А вот сразу вопрос по этому поводу. На конкретном примере, может быть, давайте проще будет понять. Например, в марте налогоплательщик получил от инспекции уведомление о подтверждении права вот на вычет у работодателя. В марте. А в июне у него появились дополнительные расходы, и он вынужден был оплатить их еще. Может ли налогоплательщик дополнительно обратиться в налоговый орган за подтверждением права на получение вычета именно вот в этот период? Может, но это касается в отношении одного и того же налогового агента, то есть одного и того же организации. Если вы на протяжении года работаете в одной и той же организации, вам в налоговой инспекции могут повторно выдать в части уже новых произведенных расходов новые уведомления.
202-11-22 телефон в нашей студии. В эфире «Город С». Мы сегодня говорим о налогах, налогообложении, налоговых вычетах. И еще, Светлана Александровна, а вот кто не может получать налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц? Но налоговые вычеты не могут получать физические лица, которые освобождены от уплаты данного налога. То есть у них отсутствует облагаемый доход. Например, это неработающие пенсионеры, это безработные лица, которые находятся в отпуске по уходам за ребенком. То есть кроме как иных доходов, кроме как государственной пенсии и пособий, у них отсутствует. А также не могут получать вычеты индивидуальные предприниматели, которые находятся на специальных режимах налогообложения. Это упрощенная система налогообложения, ЕНВД. То есть, а также это иные лица, которые уплачивают налог по иной ставке, то есть не 13%. Ну и, соответственно, это физические лица, у которых, в принципе, отсутствует такое право. Оксана Сергеевна, я думаю, вы уже отдохнули и готовы подключиться к нашему разговору. Конечно. Я думаю, что наши зрители еще будут звонить и задавать вопросы и по вычетам. 202-11-22, телефон в студии работает. Но я бы хотела все-таки еще поговорить о том, что такое имущественные налоги и кто должен их уплачивать. Понятие имущественные налоги – это обобщенное понятие, и оно включает для физических лиц сюда три вида налогов. Это транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Уплачивают эти виды налогов, соответственно, собственники имущества или транспортных средств. Администрирование, качественное администрирование данных видов налогов напрямую зависит от сведений, поступающих к нам из регистрирующих органов. Например, таких как органы Росреестра, органы ГИБДД, Федеральная миграционная служба, ЗАГСы. Ну, иными словами, это налог для владельцев заводов, газет, пароходов, да? Ну, иными словами, это все-таки налог для собственников. То есть, если у человека есть в собственности квартира, дача, гараж, земельный участок, то он является плательщиком этих видов налогов. Хорошо. А какие изменения произошли в сфере имущественных налогов в последнее время? Ну, основное изменение по имущественным налогам – это перенос срока уплаты. Если в 2015 году налогоплательщики платили имущественные налоги согласно сводному налоговому уведомлению до 1 октября, то в 2016 году за налоговый период 2015 года налоги должны быть оплачены не позднее 1 декабря. Это в этом году мы уже не позднее 1 декабря должны срок оплатить. Срок уплаты перенесен на 1 декабря. То есть еще есть запас немножечко вздохнуть до уплаты налогов? Да, конечно, есть еще запас. Но не стоит расслабляться, потому что в этом году у нас впервые, в том числе на территории Самарской области, налог на имущество физических лиц в связи с введением в действие главы 32 Налогового кодекса будет оплачиваться, исходя из налоговой базы, кадастровая стоимость. Что такое кадастровая стоимость? Это стоимость, приравненная к рыночной. То есть, если раньше мы платили налог от инвентаризационной стоимости, инвентаризационная стоимость подразумевала под собой стоимость остаточного объекта. Она была гораздо ниже рыночной, и, соответственно, сумма налога рассчитывалась гораздо ниже. Но у нас, начиная с 2016 года, существует переходный период, согласно которого на протяжении 5 лет, то есть до 2020 года, налог будет оплачиваться не в полной сумме, а с понижающим коэффициентом. То есть в этом году это коэффициент 0,2, в следующем 0,4, так далее, до 0,8. И в 2020 году мы заплатим уже налог в полном объеме. Ну, то есть в любом случае он будет выше, чем в прошлом году, правильно, даже с коэффициентом? Для того, чтобы минимизировать налоговую нагрузку на граждан, предусмотрены налоговым кодексом вычеты для таких основных объектов, как квартиры, жилые дома и комнаты. Для квартир, что такое налоговый вычет в данном конкретном случае? Это уменьшение налоговой базы на сумму 20 квадратных метров. То есть, если у налогоплательщика, например, в собственности есть квартира площадью 60 квадратных метров, и кадастровая стоимость этой квартиры составляет 3 миллиона рублей, то налоговая база будет составлять за минусом 20 квадратных метров стоимости этого жилья 2 миллиона рублей, то есть на миллион меньше. Для жилых домов стоимость составляет, стоимостная характеристика 50 квадратных метров вычитается из налоговой базы, для комнат 10 квадратных метров. Кроме того, в этом году впервые в налоговом уведомлении граждане увидят
все объекты, которые существуют в собственности у этого гражданина и находятся на территории разных налоговых инспекций, в том числе на территории разных субъектов. Например, если у вас в собственности есть квартира в Самарской области и есть какой-то жилой дом, например, в Оренбургской области, то сводное налоговое уведомление в этом году будет содержать все эти объекты. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Слушаем вас, говорите, алло. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Если сдаю жилье в аренду, нужно ли сдавать на налоговый учет, чтобы платить как бы налог под доходы? Да, спасибо. Налогоплательщики у нас состоят на налоговом учете по разным причинам, в частности, по месту жительства, то есть каждого плательщика относится к определенной инспекции. То есть налогоплательщик уже состоит на налоговом учете. А поскольку налогоплательщик сдает имущество в аренду, он получает доход. С данного вида дохода у нас предусматривается уплата налога. И, соответственно, о своих доходах налогоплательщик должен отчитываться в установленные законодательством сроки. Представлять налоговую декларацию. То есть, если налогоплательщик сдает имущество в аренду, он должен подавать налоговую декларацию в инспекцию по месту жительства. А сейчас я предлагаю вместе с нашими зрителями посмотреть ролик, который сделала служба, Федеральная налоговая служба, а потом мы продолжим разговор. Ежегодно налогоплательщики, физические лица, получают уведомления по имущественным налогам. Налоговые уведомления приходят заказными письмами, и для их получения нужно сходить на почту. Но есть более простой способ – получить уведомления онлайн, не выходя из дома, в своем личном кабинете на портале налог.ру. Вот так сейчас выглядит налоговое уведомление. В нем отражаются суммы налогов, которые вы должны оплатить. Транспортный налог, земельный налог и налог на имущество отражаются в соответствующих разделах налогового уведомления в зависимости от имеющихся у вас объектов владения. В уведомлении указаны характеристики объектов, марка автомобиля и его регистрационный номер, кадастровый или при его отсутствии условный номер объекта недвижимости, земельного участка, иная информация о жилье, строениях, участках, транспорте, а также необходимые для расчета данные, налоговая база, ставка, срок владения и при наличии льготы. Обратите внимание, что для дорогих автомобилей с налогового периода 2014 года введен повышающий коэффициент. Для других объектов также могут использоваться различные коэффициенты для расчета налога. Размер этих коэффициентов регулируется действующим налоговым законодательством. Налог на имущество физических лиц в зависимости от правил расчета в вашем регионе может рассчитываться, исходя из инвентаризационного стоимости или исходя из кадастровой стоимости. Рядом с размером налоговой базы будет указан вид стоимости. Буква И – инвентаризационная стоимость или К – кадастровая стоимость. Слева указан налоговый период, за который исчислен налог. Итоговая сумма налога состоит из суммы за прошлый год и при наличии перерасчета за два предыдущих года. При наличии уплаты налога за предыдущие годы переплата указывается в конце раздела и вычитается из суммы исчисленного в данном налоговом уведомлении налога. Если вы не своевременно представили документы на льготу по налогу, то в уведомлении будет отображен перерасчет налога, но не более чем за три предыдущих года. Однако, если вы полностью освобождены от уплаты налогов по всем имеющимся у вас объектам, то инспекцией будет выполнен перерасчет. Новое налоговое уведомление не будет формироваться и направляться в ваш адрес. Сведения об учете льготы при исчислении налога будут доведены инспекции в ответе на ваше обращение о предоставлении льготы. Получили уведомление? Проверьте его внимательно и оплатите до срока, который указан в налоговом уведомлении. Оплатить вы можете в личном кабинете или с помощью сервисов сайта налог.ру или при предъявлении в банк платежного документа, прилагаемого к уведомлению. Проверяйте и оплачивайте свои налоги на портале налог.ру. Это просто, удобно и быстро. Ну, так
такой вот своеобразный ликбез, достаточно доступный и понятный, очень хороший ролик на самом деле. А скажите, пожалуйста, Оксана Сергеевна, а в какие сроки, вот когда в этом году мы получим уведомление о, об уплате имущественного налога? В 2016 году налоговые уведомления будут формироваться и направляться в адрес налогоплательщика, начиная с конца июня. И завершена рассылка массовая, предполагается, будет в октябре 2016 года. Если граждане в этот период не получат налоговые уведомления, рекомендуем обратиться на сайт Федеральной налоговой службы. В ней, на сайте есть электронный сервис, узнать сроки направления уведомлений. А что это означает? Это означает информацию, там можно почерпнуть информацию, когда налоговое уведомление поступит на почту непосредственно по адресу места жительства лица, для того, чтобы налогоплательщик смог его получить. Потому что налоговые уведомления направляются по почте, в основном заказными письмами. Адресатом, отправителем налоговых уведомлений является структурное подразделение Федеральной налоговой службы, поэтому на конвертах всегда стоит отправитель Нижний Новгород. Это связано с тем, что налоговые уведомления формируются централизованно и направляются как бы вот непосредственно в федеральное казенное учреждение, налог-сервис. Что нужно сказать? Если налогоплательщик не получил своевременно налоговое уведомление, но видит, что рассылка была произведена, то есть отправлена на почту, необходимо обратиться в свое отделение связи. Если там нет налогового уведомления, то для выяснения ситуации нужно обратиться в любой налоговый орган, либо по месту жительства этого лица, либо по месту нахождения объектов, которые в собственности у налогоплательщика есть. Что давайте, еще? Давайте последний звонок возьмем, все-таки да, еще, конечно. Да, человек давно ждет на проводе. Алло, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня... Добрый вечер. Меня зовут Светлана Александровна, у меня такой вопрос. У меня квартира в собственности и дача в собственности на Сухой Самарке. Вот второй год присылает налог. Я пенсионерка. Я знаю, я слышал, что за... закон есть. Да, спасибо за вопрос. Льгота по налогу на имущество и по земельному налогу, и по транспортному налогу. То есть все имущественные налоги, по всем имущественным налогам льгота носит заявительный характер. Соответственно, налогоплательщику обязательно нужно обратиться в налоговый орган, представив документ, подтверждающий льготу. Если это пенсионер, то это значит копия пенсионного удостоверения. Заполнив единожды заявление на льготу, и выбрав объекты, которые подлежат льготированию, повторно обращаться не следует. Предположим, человек владеет имуществом уже там, какой-то период, но он никогда не получал налоговые уведомления и, соответственно, никогда не оплачивал налоги. То, что в этом случае предусмотрено? С 2015 года в соответствии с изменениями в налоговый кодекс статью 23 внесена обязанность для налогоплательщиков, которые при наличии у себя в собственности объектов недвижимости и транспортных средств обязаны сообщать в налоговый орган о наличии данных объектов и неполучении налоговых уведомлений. Исключение составляют две ситуации, когда налогоплательщик является льготником, он заявлял свою льготу в налоговую службу и поэтому не получает налоговое уведомление. Либо когда налогоплательщику ранее приходили налоговые уведомления. В таких случаях такое сообщение предоставлять не нужно. Следует обратить внимание, что в настоящее время действует мораторий на непривлечение к ответственности за непредоставление сведений о своих объектах, которыми не обладает налоговый орган. Этот мораторий распространяется до 31 декабря 2016 года. С 1 января 2017 года за непредоставление таких сведений вводится ответственность, предусматривающая 20% от неуплаченной суммы налога и исчисления налога за три предыдущих налоговых периода. Поэтому предлагаем до 31 декабря 2016 года в случае неполучения налоговых уведомлений, то есть за исключением двух случаев, о которых я сказала, обязательно сообщить в налоговый орган по установленной форме. Потому что если эта форма, ну, как бы, если вы предоставляете информацию не по форме, то будут проблемы. Обязанность считается неисполненной. Да, спасибо там. Большое за участие в нашей программе. Все было доступно и понятно. До свидания, увидимся в городе Эс.